Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на Вандеркейс, и это уже пятая часть нашей рубрики «Шерпа до Драгонлора». В первой части мы начали с 700 рублей, и уже, получается, за 4 прошлых ролика раскачали 700 рублей, 40 тысяч рублей на балансе на Вандеркейсе. Но наша цель — это 1150 рублей на балике, в идеале. Ну а так, на самом деле, в промежутке от 100 до 150 тысяч. Если я там апну, там, условно, 102 тысячи рублей, пойму, что дальше идет очень тяжело, я думаю, мы уже остановимся. Ну то есть, пока что наша цель — это поднять ну минимум плюс 60 тысяч рублей к балансу. А на сегодня, я думаю, можно поставить себе цель поднять, ну, в идеале давайте минимум поставим это 50 тысяч рублей, чтобы было на балансе. А так, ну, в лучшем случае это 60-70 тысяч. Ну, 50 сегодня по-любому надо пробивать. Так, ладно, а мы сейчас полетели, наверное, со старта. Откроем какой-нибудь кейс. Давайте, у нас балик большой. Ну, давайте с кролика начнем. Просто это уже традиция, начиная с данного кейса. 5 штучек на 5950 рублей. У меня почему-то звуков нету. Давайте включим вот так вот. Так, ну тут, кстати, на вначале падает вроде как говно полное. 6500. Ну, кстати, это плюс 600 рублей. Тогда отлично, меня это устраивает, потому что самое главное — это как раз начать видос в плюсе. Ибо как ролик начнешь, так его и закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также, напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на Вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятно. Так, ладно, мы полетели дальше открывать кейсы. Давайте сейчас тройнем какую-нибудь Ламборгини. 3 штучки. Они, кстати, вот это вот расположение с кнопками поменяли. Оно стало, кстати, поприкольнее, да. Ладно, 3 штуки на 6270 рублей. Обнова, конечно, такая прикольная, стала поудобнее. Но мне самое главное, сука, чтобы кейсы хорошо выдавали, а не вот это вот дерьмо сыпало. Вот это. Вот это хорошо. 46 тысяч рублей на балансе. Отлично. Так, окей. Можно рискнуть, но хотя хз. Ну это сейчас минус 11 тысяч. Не, ну не, перчаточные — это слишком рисково. Я думаю, в следующем ролике, если мы пробьем 1060, уже можно будет подключать всякие ножевые перчаточные кейсы. А пока все-таки рановато. Сейчас можно пипега 5 штучек на 15 тысяч рублей. Посмотрим, как он будет выдавать. Но надеюсь, что не будет расстраивать. Ну, что-то, сука, как-то грустно, конечно, если честно. Ладно, ладно, давайте попробуем из этого всего дела сделать контракт. Возможно, он мне хорошо выдаст, но очень хочется в это верить. Ну, 8700, ну, сука, ну, хреново, уже даже 40 тысяч. Ну, ладно, есть 40 тысяч на балансе. Не знаю, можно апгрейд тройнуть, по идее. Ну, какой-нибудь, то есть, ну, лайтовый, условно, на 12 тысяч рублей. Вот такой вот сделать. Шанс 61%. Ну, то есть, шанс реально солидный. Но мы, сука, даже с этим шансом проигрываем, ну, естественно. Ну, вот если так я буду проигрывать, ну, конечно, я не дойду до Делора. Ну, потому что, ну, это бред просто, сука. Ладно, Баленсиага, 5 штук на 7950 рублей. Ну, красная линия неплохая, 11 тысяч. Ну, кстати, хорошо выдал, еще 5 штук. Ну, вот это уже говно, естественно, 6200, еще 5. Ой, 6600, еще 5. Ну, родной, ну, ты же можешь хорошо выдавать, ну, пожалуйста. Вот, 9300, неплохо, 32 тысячи. Ну, мне так-то надо 40 тысяч хотя бы вернуть мои на балансе. Но это минимум, это просто наш первоначальный баланс. Это я даже в плюс не выйду. Давайте еще раз попробуем контракт. Но первый раз не выдал, maybe сейчас самое время. 300, вот ты сука. Ну что это, ну какие 29 тысяч, ну еще и баланс какой-то очень ущербный. То есть не 30 тысяч, а не хватает 80 копеек, сука. Ладно, давайте рисковать, Rolls-Royce. 5 штук, ну блин, какие 5, ну это слишком рисково. Ну, пацаны, или наша рубрика заканчивается, или нам сейчас везет. Ну, сами видите, сегодня сливает жестко. Ну, кстати, Файсен хороший падает, по идее, наверное, даже плюс будет. Но 20 тысяч, неплохо, еще 5 быстро. 13, еще 5 быстро, ну все, о, нет, не слив, ладно, 29. Еще 5 быстро. Ножики нам падают. Но это минус, чему я радуюсь. Еще 5 штук. Да что, сука, такое-то? Ну что за качели? Ну выдай плюс хороший ножик. Так, аквамаринка 29 тысяч. Так, ну 36 есть на балике. Давай вот еще раз. Ну вот мне надо, чтобы ты два раза подряд не выдал. Не так, что слил, поднял. А чтобы два раза подряд выдал, я с этого кейса уйду. Но пока ты меня два раза, три раза подряд уже просто сливаешь. Еще 4. Ну, неплохо, но 18, еще 4. Да, 9600. Ну, пацаны, походу нашей рубрики нет, не ГГ. 36 тысяч падает, 40 тысяч рублей. Мы камбэкем, ладно, ладно.
Честно, я уже в моменте, ну врать не буду, подумал то, что наша рубрика подходит к концу. Но повезло, повезло. Магнат теперь 5 штук на 13 тысяч. Но теперь надо плюс десяточку хотя бы минимум поднять. Так, 42 тысячи. И уже можно заканчивать видос. Ладно, 50 тысяч пробиваем, сегодня заканчиваем. 60 тысяч, не вижу особо варианта целиться, потому что, ну видите, сегодня идет тяжеловато. В такие дни нужно просто хотя бы чуть-чуть поднимать и уже оставаться в плюсе, ну, фиксироваться. А, Феррари 5 штук на 7 тысяч, давай. Говно вроде, да? Ну, так-то плюс на сколько там, 105 рублей, но хотелось бы побольше. 9900, отлично, еще 5 штук. Ай, ну говно выдал, ну 5900. Ну давай, ну пробить 50 тысяч, и я заканчиваю ролик. Ну это легко, 47 тысяч рублей на балансе. Осталось совсем ерунда, вандеркейс, не подводи, пожалуйста. Ой, говно упало, еще 5 штучек. Сука, подснежники меня сливает. Ну оставалось-то чуть-чуть, ну нахрен ты меня сливает. Ну какие 2600 на подснежники? 4800, еще 5. Ну просто уже верю в этот кейс, он столько раз меня слил подряд. Что я сейчас просто хочу, чтобы мне хоть что-то выдал. Еще 5. Кстати, начал сыпать. 4900. Еще 5. Ну да-да-да, еще 5. Что-то я задолбался уже крутить этот кейс. Но, кстати, выдал, ладно, нормально. Почти 48 тысяч рублей на балансе. Так, давайте тайное 5 штучек на 3000. Можешь просто выдать плюс разочек, и я уйду. Ну да, на 2400, еще 5. Ну да-да-да-да, 3200. Ну надо больше. Надо хотя бы... Ну, в идеале 48, да, тысяч пробивать, и уже можно будет идти в другой кейс. Ну, блядь, ну тайное, ну что ты меня сливаешь-то? Это просто слив тотальный, сука, пожалуйста. Вот, 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 совсем другое дело. 48 700 на балансе. Но осталось по ерунде, реально. Поднимаем плюс 1300 рублей, и все, и заканчиваем ролик. Давайте, я не знаю. Ютуб, во, ютуб кейс. Я, вот этот кейс. Это тот кейс, который можешь спокойно меня сейчас прямо в начале купить. 3600, окупил. Ну вот, я говорю, ну это YouTube кейс. Ну, этот кейс я люблю. Не знаю, почему-то, когда я ролики записываю на YouTube, мне этот кейс хорошо выдает. Возможно, это связь. Сука, зря я подлизываюсь к нему, потому что что-то как-то начал сливать. 3300. Ну, еще 5. Ты можешь выдать вот эту новую оранжевое пламя, которое стоит до хрена. Глок, гамма, волны. Да ты до хрена что можешь выдать жесткого. Но мне, сука, не выдаешь. И у меня вопрос созревает. Почему? Бля, какие 2500. Ну, сидел, нахваливал кейс, думал, сейчас если пробьем 50 тысяч, в итоге что? 3300, еще 5, давай. Так, ну, 3900, так. 800 рублей осталось поднять. Где у нас 800 рублей легко поднять? Естественно, бузкоин, бузкоин. Я ж фанат бузовый, полетели. 5 штук, и ты меня купаешь. Ты меня купаешь. 7800, все, на балике мы пробиваем 50 тысяч рублей. И вот на этой прекрасной ноте, когда мы подняли, получается, плюс 10 тысяч рублей к балансу. Но, честно, не то, чтобы супер много. Для такой рубрики в идеале поднимать бы побольше. Но, сами видите, сегодня идет тяжеловато. И в такие дни просто выйти в плюс, это уже отличный результат. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте про бесплатный кейс за регистрацию на сайте, ссылочка на вандеркейс есть в описании под видео. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятно. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Но я считаю, за видос, где мы реально из говна выбрались, откомбэчили, подняли плюс 10 тысяч рублей к балансу сверху, ну пацаны, с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.